Начиная с 2011 года в России 15 февраля отмечается важная дата – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Сегодня в честь этой даты у памятника, именуемого в народе «Журавли», традиционно прошел торжественно-траурный митинг с участием ветеранов боевых действий, представителей власти, общественности и учреждений военно-патриотического воспитания молодежи. Уважаемые родители и родственники погибших воинов, от имени главы администрации Кингисеппского района Виктора Эвальдовича Гешеля я искренне поздравляю вас с 27-й годовщиной вывода советских войск из Афганистана. Несмотря на то, что столько лет уже прошло с тех времен, Александр Николаевич Смирнов и его дружная команда по-прежнему в строю. Они вносят огромный вклад патриотическое воспитание детей и молодежи. Именно благодаря им наше сегодняшнее поколение узнает, что такое настоящая любовь к родине и что такое патриотизм. И уверен уж точно на 100%, что все юноши, которые прошли через уроки мужества, через военно-патриотический клуб «Армеец», действительно станут настоящими защитниками своей родины. 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Новая памятная дата установлена, чтобы напомнить об этом событии, а также в память о более чем 14 тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны. Я еще раз хочу поздравить всех, поклониться вам, уважаемые матери, отцы, которые воспитали достойных людей нашей Родины. Светлая память тем, кто не вернулся, и самая высокая искренняя благодарность тем, кто остался жив. Следует подчеркнуть, что в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, мы вспоминаем не только ветеранов войны в Афганистане, но и соотечественников, принимавших участие в более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами страны. 25 тысяч россиян отдали свои жизни во время исполнения служебного долга. Наш долг не забывать. Вообще, в целом, не забывать тех молодых парней, которые погибли, выполняя приказ Родины и остались до конца верными присяге. В то же время я хочу напомнить, чтобы не забывали, что среди нас присутствуют, работают, живут родители, отцы, матери, родственники погибших. И, возможно, наша внимание, наша забота в какой-то степени хотя бы чуть-чуть облегчит ту боль, с которой они живут. Я хочу выразить огромную благодарность ветеранской организации афганцев и других локальных войн за то, что, ребята, вы принимаете активное участие в жизненной деятельности нашего района, за то, что вы поддерживаете друг друга, помогаете, занимаетесь военно-патриотическим воспитанием, воспитываете молодежь. Я знаю, что если Родина прикажет, вы снова встанете в строй.